Очень многие голосовали, я тоже голосовала за Лебедева. Лебедева уже? Да. А значит, генерал Лебедев нам очень нравится. А сейчас, значит, это очень плохо для России? Ну, в общем, мы считаем, что это плохо. Все мои знакомые, кто голосовал за Лебедева, считают, что это плохо. Как я считаю, что надо голосовать за него, как за депутата. И также я согласна за губернатора, даже в Туле, пусть он у нас будет губернатором. Очень хороший человек. На Лебедева многие надеялись. Я думаю, это политические игры. Ну, в чем-то он тоже не прав. Так тоже резко нельзя себя вести было. Это зря, конечно. Он нормальный человек. И его реформы, вот эти все его дела, я положительно отношусь к нему. Я полностью за Лебедя. Какой-то минус будет это иметь, так как он большой вклад внес в нашу армию. И на его место поставят, даже не представляю, какого человека с какими качествами.